Друзья, буквально час назад к нам пришла печальная новость. Нам сообщили, что сегодня в тяжелом состоянии в одну из больниц города была доставлена российско-советская певица Эдита Пьеха. На данный момент в каком она состоянии мы пока не знаем, так как информации очень мало. К ней не пускают, да и в больницу не попадешь из-за ковидных ограничений. Родственники отказываются комментировать что-либо. Только один из близких друзей рассказал нам, что Эдите Пьехе стало плохо дома, и она едва не потеряла сознание. После чего родственники вызвали ей скорую помощь. Врачи по приезду сразу же приняли решение о ее госпитализации. Давайте в любом случае, друзья, поддержим нашу любимую певицу. Будем надеяться, что с ней все будет хорошо, и ее жизни ничего не будет угрожать. Давайте поддержим тех, кто нас смотрит. Пожелаем всех удачи и счастья. А вы, друзья, не забудьте поддержать также нас и наш канал. Подпишитесь, пожалуйста, на наш. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить свежие выпуски на нашем канале, которые выйдут уже завтра утром. Мы с вами не прощаемся. Мы лишь говорим вам до скорых встреч на нашем YouTube-канале.